мужское воплощение самого рода, тот, что упорядочил мир после его создания, глава и прародитель славянских богов, супруг богини Лады. Сварог почитался славянами как творец мира и законодатель. Многие считают его богом огня и света. По другим предположениям, он стоит выше таких понятий, являясь родителем богов света и огня. Да и не только их. Прошу простить моих подписчиков, что так затянул с выходом ролика. Спасибо вам за ваше терпение. Гостям же предлагаю подписаться, нажать на колокольчик и поддержать выпуск лайком. Сегодня расскажу вам о славянском праотце Свароге. Тогда как у многих народов огонь считался стихией разрушения, у славян же он стал источником созидания. Без огня и воды невозможно ничто. Огонь – это жизнь. Сварог даровал его людям, а Свослава же научила им пользоваться. Именно поэтому Верховный Бог, видимо, и считался покровителем этой стихии, тогда как сын его, Смаргл, больше подходил на эту роль. Чтобы понять мощь Верховного Бога, достаточно знать его предысторию. Как после рождения его родом, Сварог нашел камень Алатырь. С помощью его он спенил море, породил землю. Ударил Сварог по белгорюч камню своим тяжелым молотом. Разлетелись искры, и возникли из них первые боги Сварожичи. Многое он создал, но не радовали его люди. Научил тогда он их самих творить, да строить. Готовить сыр и творог, что раньше считались пищей богов. После скинул он с неба им плуг и ермо возделывать землю. Боевую секиру, чтобы эту землю защищать. И чашу для приготовления в ней священного напитка. Имя Верховного Бога во многих источниках расшифровывается по-разному. Сварог – это и ходячий по небу, и солнечная дорога. От корня его произошли слова «свара», «сварь», что переводится как «наказывающий» и «карающий». Сварганить, варить, творить, кстати, сам творог и так далее. Все это так или иначе показывает отношение наших предков к Верховному Прародителю и посылам его. Творите, чтобы жить, живите по закону ваших предков, учитесь и трудитесь, и будет вам награда по справедливости. Супруга у Сварога, в отличие от практически всех богов, была лишь Лада-матушка. Союз их должен был служить примером для людей. Муж творит и все держит в строгости. Жена поддерживает и помогает. Оба они являются покровителями семей. Если Лада дарует им любовь, Сварог сковывает судьбы мужа и жены. От лиц этих богов существовал даже целый свод законов по правильному поведению людей. Если вам будет интересно, я могу сделать отдельное видео на тему божественных заповедей язычников и предков славян. Являясь символом труда, покровительствовал Сварог схожим с ним по ремеслу и темпераменту. Изображался бог-творец по-разному. В мирное время был кузнецом, во времена войны – воином. Создавался он не с помощью какой-то магии, а ковал и творил только своими руками. Как правило, идол ставился ему с четырьмя лицами, смотрящих в разные стороны. Указывалось, что он видит все, и от его промысла невозможно скрыться. Кстати, несколько лиц у огненного божества наблюдалось и у индусского бога Агни. Это еще раз подтверждает, что у наших предков одни корни. Тоже прослеживается и в отношении наших народов к огню, как к жизненной энергии. Греческий Гефест и римский Вулкан
также заставляют задуматься о некой параллели в мифологии с нами. Оба огненного бога – кузнецы. А вот существовал ли сварок у древних славян на самом деле? Пожалуй, один из самых животрепещущих вопросов исследователей до сих пор. Проблема в том, что источники о нем на сегодняшний день неоднозначны. В отличие от остальных славянских богов, их даже слишком мало, особенно для создания такой величины. Также имя его, с которым связаны слова «сварганить» и «творить», смущают и показывают, что сварок мог быть сотворен самими людьми позднее для каких-то своих целей. Трудно сейчас в этом разобраться, но надеюсь, в скором времени путаница разрешится, и мы точно сможем узнать правду.